Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня я исполню для вас очередное стихотворение Анны Андреевны. Его исполнение я посвящаю красной эпохе государства российского, отдельные отголоски которой можно по-прежнему встретить во всех дворах нашей с вами Родины. Это те, что кричали «Варавву! Отпусти нам для праздника!» Те, что велели Сократу отраву пить в тюремной глухой тесноте. Им бы этот же вылить напиток в их невинно клевещущий рот. Этим милым любителям пыток, знатокам в производстве сирот. Всем спасибо за внимание.